В селе Кордово состоялось событие, которого все ждали. 15 мая в новой школе прошел день открытых дверей. Руководство района, депутаты районного совета, руководители различных учреждений, педагоги, родители, а также те, кто помогал строить эту школу и принимал активное участие в ее подготовке к приему детей, все они собрались для того, чтобы увидеть результаты больших усилий. Теплота и положительные эмоции сопровождали гостей с первого момента, как только они открыли двери этого заведения. Ведь участники основательно подготовились к приезду гостей. Чтобы плавали дальше. Чтобы выше летали. Чтобы своими руками. Звезды с неба снимали. Физика. Какая емкость слова. Физика. Для нас не просто звук. Физика. Опора и основа. Все, без исключения науки. Новые возможности, новые успехи открывают нам дорогу в будущее. Для меня школа – это целый мир, в котором я живу и провожу большую часть своего времени. Поэтому для меня это очень важное событие и значимое. Подготовка ко встрече гостей заняла большое количество времени. Уборка помещений, установка новой мебели, техники, оборудования, ответственная подготовка праздничного концерта. Во всем этом каждый хотел принять активное участие. Ребята, которые так давно ждали этого события, как видно, тоже готовились к торжеству. Они выражают слова благодарности тем, кто готовил школу к открытию. Как вы видите, у нас построена новая школа, она очень уникальная в нашем Красноярском крае. И мы очень сильно рады, мы долго очень ждали этой школы, и всем очень нравится. Тут, конечно, школа оснащена новейшими технологиями, все условия для учащихся есть. И я думаю, что каждый учащийся согласится с нами, и он очень мечтал о такой школе. Тем более в такой деревне, это если бы эта школа была бы в городе, это было бы понятно, но она именно стоит в нашей деревне. И это нам очень повезло, очень редкая возможность иметь такую школу. Я очень рада. Спасибо. В этот день школа напоминала выставочную площадку. Гости ходили из класса в класс, смотрели восхищенными глазами на все, что их окружало. Классы физики, химии и биологии оснащены новейшим оборудованием для экспериментов. Теперь юные исследователи имеют возможность проводить различные опыты. Безопасности здесь уделено особое внимание. В кабинете труда установлены новые дерево- и металлообрабатывающие станки. Учащиеся обучаются столярному и токарному делу в теплых и светлых классах. В зале школьной библиотеки на полках много новых книг. Ученики имеют возможность заниматься и с книгами, и с новыми компьютерами, которые тоже расположены в читальном зале. Лингофонный кабинет также заслуживает внимания. Noch ist es draußen kalt, der Schnee er invert uns noch an den Winter. Теперь каждый из ребят может полноценно изучать иностранные языки и особенности родной речи. Преподаватель успешно может контролировать образовательный процесс отдельно взятого ученика, помогать ему или же объединять школьников в пары для обучения. Большие светлые учебные помещения, спортзал, современный пищеблок – всеми этими благами теперь могут пользоваться учащиеся и сотрудники школы. После завершения экскурсии все присутствующие отправились в актовый зал, где состоялся большой праздничный концерт, к которому подготовка шла уже давно. Сейчас на этапе завершения многие понимают, что этого всего не было бы, если не усилия руководства района. Мы очень рады, что сегодня, 14 мая, состоялся день открытых дверей в новой кордовской школе. Она самая современная в районе. Это, безусловно, подарок для всех жителей Кордовского сельсовета и для нашего района, потому что на ее примере мы будем работать над улучшением качества образовательного процесса, над созданием новых светлых таких очагов образовательного процесса в районе. Она будет, я надеюсь, примером для всех других школ района. И самое главное, что это очень важный, значимый подарок для жителей Кордовского сельсовета, для ребятишек. И мы благодарны и правительству края, руководству края за то, что эта проблема в Кордово была решена.
пары, музыка и бурное веселье. Было тесно в старом школьном здании. Школа празднует сегодня новоселье. Приветствуем всех и желаем счастья, здоровья, успехов, побед. Всем жителям и гостям Кордовской школы мы посылаем горячий привет. События для района. Это первая современная школа в районе. И это, безусловно, подарок для жителей Кордовского сельсовета. И это, еще раз повторю, долгожданное событие для многих. Хочу поздравить всех с праздником. В первую очередь, учеников, педагогический коллектив, всех работников школы и всех жителей Кордовского сельского совета. С праздником! Благодарственное письмо главы Куравинского района за оказание помощи в организации переезда в новое здание школы вручается директору Куравинского промхоза Арсентьеву Борису Петровичу. Всем руководителям организаций, которые помогали подготовить школу к приемке детей, глава района вручил благодарственные письма. Начальник управления образования выразил радость того, что в районе появилась новая школа. Мне очень приятно приветствовать вас, поздравить с сегодняшним, скажем, днем открытых дверей. Хочется очень прям вот усилить выступление Евгения Дмитриевича тем, что кордовцы и журавлевцы должны гордиться тем, что школа эта, в принципе, будет еще в единственном экземпляре, в таком состоянии, красивом, хорошем. Поясню почему, потому что вступили правила новые требования СанПИНа, и там уже не будет такого большого актового зала, там не будет таких высоких потолков. Поэтому нам всем повезло, что школа такая будет единственная, большая, достойная, в таком красивом состоянии. Ну и, конечно, я вышел на эту сцену для того, чтобы поблагодарить работников школы и родителей за ту активную помощь, которую вы оказали нам при ходе строительства, при подготовке школы, при вводе его в эксплуатацию. Мне, честно говоря, было, с одной стороны, очень стыдно, с другой стороны, был очень горд тем, что когда люди вымывали строительную грязь, эту пыль, строительные материалы, а тут же шли строители, следом же все замазывали, закрашивали. Мне очень хотелось помочь, а вы терпели и все это делали. И каждый квадратный сантиметр этой школы перемыт не один десятый раз. Сделано здесь все с любовью, своими руками. Поэтому я вас искренне благодарю и разрешите вручить вам благодарственное письмо Управления образования. Благодарственное письмо Управления образования за оказание помощи в подготовке нового здания школы к приему детей вручается работникам школы. Зайцевой Галине Дмитриевне. Благодарственными письмами Управления образования администрации района и главы Кордовского сельсовета были также награждены технический персонал школы, родители и все те, кто оказал помощь строителям. Наша школа просто сказка, и мы тоже хороши. Да. Скажу без лишних слов. Здесь поработала душа отличных мастеров.
От души сказать спасибо мы хотим строителям, малярам, электрикам, рабочим и водителям. За старания и терпение, за красивый дом большой, вдохновение и умение вам спасибо, строй. Хорошо, что вы смогли сделать невозможное. Чудо-школу возвели, в наше время сложно. Весь процесс был под контролем, день за днем, за часом час, чтобы в срок открыться в школе, не спускали с нее глаз. Примите от учителей, от родителей, детей, от тех жителей села благодарности слова. Обещаем, что не зря школу открываете, вы о нас еще не раз из газет узнаете. Пусть пока мы только дети, но поверьте, непременно мы еще прославим эти удивительные стены. Будем мы теперь учиться на 4 и на 5. Не привыкли мы лениться, будем школу прославлять. Этот день мы очень ждали, с волнением, нетерпением, и сегодня отмечаем школу день рождения. Что желаю в день рождения? Мне не двух, конечно, нет. Звон звонков и вдохновение, достижений и побед. Школа, здравствуй, дорогая! Школа, здравствуй, молодей! От души тебе желаем встретить сотый юбилей! Такое событие важно для всего района и для края в целом. Повышение уровня качества образования напрямую зависит от условий, в которых обучаются дети. И поэтому ввод в эксплуатацию нового здания Кордовской школы – это новые возможности для ее педагогов и учеников. Желаем удачи, пусть новый день вновь распахнется солнечным светом. Желаем удачи, пусть доброта во всей планете. До встречи!